инспектор Юрин, мир профилактики, заводите ваши документы. Здравствуйте, инспектор Юрин. Как ваше самочувствие? Не производите, пожалуйста, не плачьте. Здравствуйте, это водитель. Ну, ремень не пристегнули. Почему запах идет из салона? Запах не так более. Товарищ водитель, выйдите, пройдите, пожалуйста, к нашей машине. Пройдите. Вообще не пиво. Работаю за рулем. Это радует. Это вам не пиво. Здравствуйте, господин Гордовского службы. Там поясняйте, как мы утром.
школе водительское удостоверение, да. Говорит, документы. Документы с собой были, но... К сожалению, могу вас потом обрадовать. Поехали в отдел, там уже пообщаемся. А скажите, у вас вызвало подозрение документы, да, у водителя? Да, водительское удостоверение, бланк. По внешним признакам вызывает подозрение в подлинности. То есть и сейчас будет сопровожден водитель в отдел? Да, для дальнейшего разбирательства. Далее здесь. То есть дешевая подделка? Да. Вызвали подозрение у вас, ваши документы, права. А вы учились и получали? Ну, вот, я же рассказал, сейчас рассказываю, что там получилось. Я ходил неделю. Ходили неделю в какую-то автошколу в Санкт-Петербурге? Да. И там вам выдали эти права? Ну, там было написано, что за такой короткий срок будут права. Вот я и и они вам выдали именно в автошколе, не в полиции, а именно в автошколе выдали. И... Ну, мы зашли, у них уже готовы, лежали права, конвертики там лежали. Подписаны, мы посмотрели, они говорят, если не верите, проверьте, с настоящим, как выяснилось, с настоящим, действительно. За сколько? За 35 тысяч, да, получается?